Народ, всем привет! Привет! Мы все еще в Дубае, и сейчас мы прогуливаемся, уже вечер, прогуливаемся мы к шикарному, крутому молл-бутику, да? Мы обнаружили его недавно, и даже как-то делали видео, какие цены в Дубае, видео было в магазине Carrefour. А сейчас мы решили зайти показать вам этот шикарный, огромный бутик, да? Ну да. Наташа даже знает эти вот все бренды, ну не все бренды, а он там очень аутентично. Наташа даже сказала мне парочку, что ей известно, какие там продаются. Я вообще ни одного бренда не знаю, но все очень круто, мега дорого. В этих бутиках просто только местные. Там есть картины, часы, красивые костюмы, галстуки. Ну, продолжайте. Общепит. Общепит, кстати. Возможно, там мы покушаем что-то. Кстати, на Наташе прикольная такая рубашечка, да? Как раз покупали ее в Дубае, моле. Персик. Да. Так что если вы смотрели видео, где в магазине Лептис Наташа выбирает примерочное, если вы смотрели, пересмотрите обязательно. А сейчас покажем вам вообще, где мы стоим. В саду. Сейчас вечереет. Уже без 27. Ну вот, справа наш самый высокий отель в мире. Наш небоскреб Геора. И просто дубайская красота. Ну, вообще, как вам, народ? Я не знаю даже, как люди могут здесь работать. Мне хочется здесь только развлекаться. Развлекаться, ходить по моллам, бутикам. Ну, ладно, что мы много говорим. Бутик называется Gate Avenue. В общем, идем туда. Подписывайтесь, ставьте лайки и идемте с нами. Да, вот, кстати, здание уже этого бутика. Вот Gate Avenue. Сейчас я вам покажу название ближе. Вот, Gate Avenue. Так что нам прямо и пойдем налево. А Carrefour будет направо. Ну вот сам вход. Gate Avenue надпись. Ну, когда заходишь, вообще как-то кажется такой себе. Ну, какой-то скромный, непонятно что. Мы так тоже сначала думали. Но пройдем-ка внутрь. Ну вот, посмотрите, такое же есть только в Дубае, моле, да? А нет, еще и здесь. В крутом бутике Gate Avenue. И, кстати, очень много местных семей, именно местных. Вот смотрите, аутентичные вещи. Ничего не буду так вам рассказывать, доказывать. Просто очень много вещей, картин. Кстати, картины вы тоже можете здесь приобрести. И на каждой картине написаны Инстаграм и телефон. А вот на этой выставке мы уже были. Даже снимала для Дзен канала видео. Давайте сейчас вам еще быстро покажу, что мне понравилось именно. Красивые работы. И вот такой вот, да, такая статуя, будто выливается вода из кувшина. И много-много таких челюстей. Ну, симпатично. Так, что-то еще здесь, на что-то еще мы обратили внимание. На эту вышивку, да, нам понравилось в прошлый раз. Не, это простое. А мне понравилось. Вот это вот. Мне гумер понравилось. А это из чего состоит? Я не помню уже. Мне так, кажется, картина. Это бисер? Да. Хорошо, картина бисер. Не бисер, а бисером вышито. А вот это масло, да? Эта картина, да, нарисована маслом. Но она не нарисована, она как выдавлена, капельки масла. Мне очень цвет нравится. Сейчас посмотрите просто этот шикарный, я не знаю, это же не картина, ковер. Это кто-то так заморочился, что вообще... В стиле 3D, да? Да, да, да. Это просто класс вообще, так да. Цвет нравится, сочетание цветов. Фиолет, да, еще вот так вот мне понравилось, не знаю, как-то напомнило нашу зиму. Вот мне тоже. Тоже, да? Мне понравилось как бы так, ах, близко к дому. Вот это вот мы не очень поняли картину. И что у нас еще заинтересовало? А, девочка, взгляд девочки, очень интересная картина. Она мне как на клоуна похожа страшного, знаешь, как вот этот фильм «Оно»? Ну, вот, не знаю, что вы скажете. Стивена Кинга. Наташа напугала страшная девочка. Не, помните, она кстати, она не страшная, в Абу-Даби мы попали на выставку картин. И потом еще попали на выставку картин и история о Махире, страшилка о Махире. Оставлю все в описании, посмотрите обязательно. Интересные картины, интересные видео. Кстати, от художника местного, от эмиратского. Ну, нам понравилось. А это тоже арабские, вот нефтяная богата, по-моему, это автор. А все остальное это арабское. Вот напротив картины продаются тоже. И еще картины. Вот обязательно какая-то вот такая вот штучечка, которая понятна только, наверное, для архитектора.
Я не знаю, подходила, читала, что это. Я не поняла, честно, народ. Может, кто в курсе, никаких надписей нету. Ну вот, да. Создание. Вот еще картины. Но на самом деле комплекс состоит не только из картин. А мы идем с вами дальше. Вот, кстати, не идем пока дальше. Пока покажу вам вот много аутентичных разных вещей. Реально, это, наверное, вещи в одном экземпляре делаются какими-то мега популярными модными художниками. Сейчас просто ближе сделаю. Хотя цены, я считаю, необоснованные. Но цены тут очень дорогие. Ну смотрите, вот такую вот эти вот что, огнетушители. Что это вообще такое? Это прикольно. А вот браслетик... Ну, оно прикольно, но я не знаю. А вот браслетик, как... я смотрела, 360 дирхам стоит. Обыкновенный камень. $100, да? Но да, это обыкновенный. Да, да. Честно, он будет стоить пару этих. Тигриный пару, глаз. Вот это. Пару долларов в Индии будет стоить такой же. Ну, да. Это правда, мы были, проверено. Но нужно еще доехать. Да, ну до Индии пока, видно, не доехать, поэтому такое. А сейчас видите, в какую красоту мы выйдем? Сейчас мы вас видим в красоту. Сейчас увидите. Ты скажи, что да. Еще здесь проход круглосуточный, как я поняла, потому что это проход в жилые помещения. Да, в жилые помещения. Там тут еще мы наверху вышли, ночью вообще такая красота была просто. Ну, сделан стилобат, и там кафе, помещение, территория для отдыха, зеленая территория. Ну, классно сделано. Чисто ну, вот на этом, в этом вот, наверное, все-таки поставлю Дубай, мол, на первое место, а это на второе. Он спокойный, хороший, дорогой. Очень спокойный, дорогой. Хороший, дорогой. Посмотрите просто это. Как мы вошли в мегазвездное небо. Здесь мало народу. Здесь очень мало народу, и это комфортно. И, кстати, знаете, здесь не так дует, не так холодно. Бывает, заходишь в другие моллы, сразу у тебя аж дрожь начинается. Mm-hmm. Ну, туалеты, естественно, есть. Ну, туалеты проверяли, не будем вам снимать, честно, ничего сверхъестественного. Вот, есть морожки, конечно, есть всякие ресторанчики чуть подальше. Есть кафе, где очень много местных сидит. Вот. Кстати, вот это вот дерево мы сначала приняли за настоящее, да? Но нет. Обманулись. Да, обманулись, но оно не настоящее. Сейчас идем дальше, будем показывать вам по мере нашего интереса и вашего интереса. Кстати, что нравится, здесь такой мотоцикл стоит. Честно, я в прошлый раз думала. Какой такой человек здесь сидит, пьет кофе и заехал сюда на мотоцикле? Кто ему разрешил? Кимба кофе там написано. Представляете? Я такая думаю, вот это да, вот это вот реально мол, где можно заехать хоть на мотоцикле. Наташа знала. А ты знала, да? Ну да, там номера Кимба написаны. Я не заметила, вот это да. Да там мороженка здесь вкусная, необычная. Ну, люди сидят, люди берут. Я думаю, что... По 17, да, по 17, по 20. Давайте я вам просто покажу. Смотрите, здесь есть фруктики. Фруктики и вот от 15 до 20. И дальше добавочки еще можно туда докладывать. Но я не буду показывать. Там девочки стоят. Я думаю, что да, они как-то сторона закрываться начали. Я как раз не собираюсь их снимать. Вот. Ну что, пианинка, да? А я вам сейчас на рояле сыграю. Наташа, ну работает там рояльчик? Да, работает. Проверь, пожалуйста. Ну давай там пару этих. Пару звуков. А ну? Наталья прекрасно играет на пианино, я считаю. Вот еще картины. И вот еще аутентичные вещи. Да, слышу. Это пианино. Ну, как у нас, знаете, там выброшены или старенькие, это пианино. Старье поставили. Ну да, это реклама этого музыкального магазина. Вот, так что там написано все, может быть, красивые цвета рукавки. Да, я уж показала. Видите, такие маленькие бутики. Но знаете, что мы еще обратили внимание? Ни один бутик не закрылся. Ни один бутик. Может, открылся наоборот. Может, открылись. То есть в этот период, который сейчас лишает работы многих-многих людей, мы здесь проходили пару дней назад, ни один бутик не закрыт. Все открыты, у всех висят вещи не пыльные. То есть, ну, просто мы еще были поздно. Бутики закрываются в 8 вечера, кстати, что необычно. В Дубае Молле только вся тусовка в 10 приходит. Все только начинается в 10. А здесь 8 проход открыт,
А бутики закрыты. Но мы так позаглядывали, посмотрели. Кстати, смотрите, пластинки. Давайте подойдем, посмотрим. Ну, магазин с пластинками, представляете? Вот, и все бутики, все ниши, все магазинчики заняты. Кстати, смотрите, такая штучка Наташе приглянулась. Сколько она стоит? 25 тысяч. 25 тысяч дирхам. Проигрыватель. И пластиночки. Штучки. Да, у меня был. Я его часто слушала. Я слушала, особенно любила. Там любимая пластинка была, конечно, «Бременские музыканты». Да. А у тебя какая? А я помню «Рождественские мать и дочь», по-моему, да? И они песни пели. Ну, у меня Высоцкий еще, от папы. «Африкан Симон». Мы танцевали. Что такое «Африкан Симон»? Ну, здрасте. Фукарелла. Тан-таран-тан. Все вспомнила. Ясно. Наташу сережечки заинтересовали, а мне понравились просто цвета сумочки, да, как жвачечка. Яркие. Как жвачечка. Кстати, вот кафе напротив Авва, оно просто вчера было все забито местными, а сегодня никого нет. Но надо отдать должное, не вчера, когда мы тут были, сейчас без 15:07, а забито местными оно было, когда мы были в 8:09:10, мы поздно. Мы поздно проходили, то есть кафешки открыты, да. А все бутики закрыты. Мы часы там рассматривали, дорогие, красивые галстуки, костюмы. Мужская дама. Смотрите, еще как бы реклама. Ой, здесь мальчика не было, ух ты. Он вышивает. Он вышивает, смотрите. А это просто стояло вот и не закрытое. Мы подошли, мы потрогали, мы посмотрели. Красиво. Он гладью вышивает. Красиво. It's your work? Yes, sir. Is it you? Is it you? Very, very beautiful. Nice. Красиво как. Вообще здесь все такие красивые одежды, наряды. Он рисунок видит наоборот. Нет, так он сидит, я думала, он нарисован. Ну да, он как-то смотрит и шьет. Мальчик фантастический, по-моему. Слушай, а еще вот эта вот жилеточка сделана? Я не знаю, из чего-то такого. Ну если мы спросим, он по-арабски, наверное, ответит. Ну красиво очень. Деревянная. Такая необычная вывеска. И здесь есть все инстаграмы и все вот телефоны, все связи, все контакты. В общем, если заинтересовались, народ, смотрите. А посмотри, какой это череп. Мы вчера в Дубае Молли видели тоже такой, по-моему, магазин Лос-Анджелес назывался. Это бисер, что? Да, да. Ага, красиво. Классно. Опять повторюсь, мол, очень спокойный. Здесь удобно, приятно гулять. А вот тут магазинчик от этого, да? Да, от... да. Индийская мода больше, так знаешь. Ага, время. Вот. Это вообще махаратный такой, общем, да? Да, молодой человек этого магазинчика сидит. А вот и магазинчик прям. Очень красивая вышивка. Но если это ручками сделано, это очень дорого. Дорогого стоит. Называется «Мисс Шеф». Наверное. Прикольное название. А вот снова мы выходим, такая яркая реклама, и снова такой потолок. Ну, я не знаю, какие-то звезды такие. Ну, классно сделано, классно оформлено. Опять-таки, повторюсь, Эмираты это любят, знают и умеют делать вот такие какие-то подачи яркие. Ну, идем вперед. Наташу какая-то ювелирочка заинтересовала. А у меня снова аутентичные вещи. Смотрите, какие шарики. Тут какие-то шарики уже шедевры. Уж такие треугольные сделать. Не, ну можно, конечно же. Серебро. А браслетики симпатичные, золото, смотри. Это не золото, да? А почем цена? Можешь посмотреть? Помните видео, как мы Наташе браслет смотрели? Но пишут серебро 550 дирхам. Вот это не золото разве? Нет, это покрыто, может быть, золотом. Ну, как мы поняли, цены здесь очень дорогие. Ну, 550 дирхам, это дорого. Ну, для серебра, в принципе... Ну, подожди, мы вчера посмотрели кучу вещей, и мы поняли, что здесь дорого. Ну, сейчас посмотрим. Мы же, кстати, мы сюда не закрыли. Ну, потому что все было закрыто, в принципе, да.
Вот, 8 уже спокойный мол закрывается. Мол семейный, мол спокойный. Как мне нравятся такие тоненькие вещи. Правда, куда их носить? Ну как, не то, на что на ногу, куда. Я так понимаю, вот так вот, наверное. Да, это на ногу. И сколько такая финтифлюшечка? Ну такая, я не знаю, ну давай. Какое сердечко красивое, смотри. Цена 200. Ну, примерно. 195. Ну, 195 дирхам, это еще адекватно на подарок, у кого есть деньги, да, это еще адекватно. Что, может, не так уж и дорого, просто заходить надо или стесняться. Ну, как, есть вещи, которые реально очень видно, что... Да, сейчас еще посмотрим. Да здесь много всего, слушай, вообще... Красота какая. А, мы вчера кольца в какой-то ювелирке, помнишь, ты глянула? И ты про эту ювелирку прочитала. И ты сказала, ничего себе цена здесь. Было, что мы после даже дубайского рынка удивились, после Дубая Моли. Простите, там... В Дубае... Где они снимали, там зашли, Наташа там какой-то браслетик померила в другом каком-то магазине кулончик. Ну, знаете, там хотят плюс... даже плюс 40% дорого хотели. То есть цена золота и плюс 40%. Это что, вообще нереально? Это посыл. Неправильно. И вещи такие неаутентичные. Здесь красиво, смотрите. Изумрудики. Ну какие изумрудики? Знаешь, сколько изумрудик будет стоить натурально? А мы цены же не спрашиваем. Здесь, кстати, оно за стекло или не за стекло? Нет, не за стеклом. Дай, вот дай, секундочку. Если я... 265. Ну да, 265 чуть дешево будет. Ну, зато доступно. Доступные красивые украшения. Народ, что как вы там? Что думаете? Вот какие весюльки классные. А-а-а, я не могу. А помните, Наташа в Ловице себе купила? Тоже интересный магазин. Бижутерии, недорогой, находится в Эмиратах. С вкладышками красивые. Ну, 170 не знаю даже, ну. Я не могу сказать, что это дешево, 170 дирхам. Это серебро, 250 дирхам. Находишься в центре Дубая. Сколько ты хочешь? Понятно, сумочек, понятно. Конечно, я должна покупать. Так вот, Наташа что-то наподобие таких кулончиков себе хочет. А ну, покажи. Ну, вот, наподобие. Я же говорю, сейчас скажешь нет. О, да. Ну, если ну такой вот, но без черной икры, да? Да, это такая черная икра. И такой вот без звездочки. Да. Ну вот я уже понимаю, что хочешь. Без... Не знаю, вот что-то еще здесь, но мы уже близко подходим к продавщице. Поэтому давай, я тебя пропущу вперед, ты посмотришь. Просто я не хочу людям мешать. У них товар, у них бизнес, что я буду мешать. Hello. Ну, по крайней мере, очень улыбчивые девочки и разрешают снимать. Это приятно. Дальше покажу, чтобы не зацепить никого из клиентов. Какие шарики, посмотрите. Ну, это вообще, я не знаю, это надо придумать. Такие классные. Вот что вот наподобие такого Наташа мерила, только из золота и что-то. Какая-то мега цена была. Наташа что-то расспрашивает у продавцов. Смотрите, какие мишки. Боже мой, кто любит желейных мишек? Посмотрите на эту мимишечность. И рыбки. Ну, это класс какой-то вообще. Наташа, иди посмотри, да. Смотри, какие мишки. Наташа их обожает. Да. О, боже. Ой, смотри, вот такой кружок ты, похоже, вчера мерял. Ну, не такой, но что-то вот такое. Да, девушка сказала, что это серебро, но покрытое розовым. Еще раз скажи. Серебро, но покрытое... Ну, народ, ну вот такой вот у нас здесь вот в моле, в принципе. Ну, пойди посмотри, конечно. Ну, красивые вещи, что я могу сказать. Вещи красивые. Называется HSJ. Очень прикольный. Ну, понравилось там, да? Ну, вещи необычные. Цены, в принципе, ну да, наверное, может, можно купить дешевле, но доступные. Ну, смотри, 200 дирхам. 200 дирхам – это 1400 гривен, да? Ну, 200 дирхам, ну да. А в долларах сколько? Смотрите в субтитрах. Ну, в принципе... Мы купили сколько? 600? Это я сейчас себе думаю. Ну, конечно, дороже будет. Ну, в принципе, не такая уж цена. Ну, идем по Бурдж-Халифу посмотрим. Опять же, мы о чем говорим? 200% накрутки по-любому будет. Плюс-минус, правильно? Поэтому... 200% накрутки – это конечно. Много. Конечно. Ну, почему много? Им же надо же держать. Смотрите, класс, да? Бурдж-Халифа и фонтаны.
Это фирма-застройщик, да? Ага. Бенгати. Ага. Звучит как Бугати. Ох ты. Мне что-то как будто бы это индийское. Ну, вчера здесь просто люди сидели, пользовались интернетом и общались просто как в кафешке. То есть уже все работники поуходили. Угу. Как встреча назначали. Да, как просто вот зашел себе, сидишь на встрече и встречи назначали, да. Как да. бы мы с Наташей сели, открыли свои планшеты, давай решали там. Решали рабочие да. вопросы. Подожди, это здесь, Орел, идем покажем. Ювелирная фирма. Вон. Давай покажем. Вон, переводи. Вот фирма Мираки. Мираки. Ну вот, Наташа, он вчера очень понравился. Ну что там написано? Сделан из натурального рубина. Только я не понимаю, глаза там из натурального рубина. Не может же... Хотя, слушай, это камень вообще-то. Может, действительно он из рубина? Думаю, да. Значит так, из которой найден был в Танзании, в Танзанских горах, и базируется на черном камне. Угу. Ну, это как оникс или что-то. Ну, цены, наверное. Конечно, нету. Без цены. Нужно заходить и торговаться, Наташа. Классно, да? Классно. Я так думала, у него только глаза убитого, а сейчас смотрю, конечно. Снова смотрите, ни людей, ни туристов. Шикарно, честно, вот тут. Удобно, удобно. Сплошные редкие магазины. Ну, редкие в моем понимании, что я таких не вижу здесь, в Эмиратах фирм. И аутентичные вещи. А ты говоришь, 200% дорого надбавка. А кто будет это все оплачивать? Сегодня? Ну, я просто говорю, дорого, чтобы нам сейчас выложить, потратить деньги. Для нас дорого. Ну, что это такое? Зачем нам это? Что это такое? Почему мы должны других людей кормить, да? Ну, мы заходим, за нами уборщики убирают. Надо что-то купить. Я в мусор выкидываю. Денежки, это денежку оставить на поддержание, так сказать, развития. Ясно. Ну, так оно все работает. Ну, что надо... Деньги делают деньги, правильно? Правильно. Тут много таких вот спокойных. Тут все такие спокойные. Смотрите, опять-таки мы показываем, ни один бутик не закрыт. Да. Наоборот, есть Open Soon, откроется скоро, и реклама вот такие. Вот и нет. Carter and White. Да. Наверное, какая-то популярная фирма. Цвета очень красивые. В диванчике удобные, тоже вчера ребята сидели поздно, никто никого не выгоняет. Кстати, красивейшие костюмы, красивейшие модели. И вот очень яркие, мне понравились здесь такая ярко. Смотри, какой он слева такое павлинье платье, красота. Ну смотрите, дальше идут совершенно открытые, и они остались открыты на ночь. Никто не закрывал, не захлопывал кафешки, прикольные стульчики. Да, вообще. Стульчики там вообще эти разноцветные. Да. Оригинальные сделаны. Сейчас покажу ближе. Разноцветные стульчики, прикольно, реально придумано, сделано. Так что. Такая у нас сегодня спокойная прогулка про бутиковую молу. Ну давайте ради понта посмотрим цены. Что я, мне кажется, здесь очень дорого. Говорите. А вон салат, смотри, 26. Ну первое, кино, авокадо, салат, 26. 26, это еще нормально. И цезарь 28. Ну в Дубае море также будет, смотри, или я дороже. Я не знаю, что такое лоу-карп, это что значит? Лоу-карп, меньше калорий. А, 60 дирхам пиццы, 58. Ну так, 60. Или меньше углеводов, лоу-карбохидрейт, ну, непонятно. Кофе, эспрессо 18, допио 22, что там? Пиковая, ну, даже не знаю, нормальные что пиковая, цены. 22, американо 20. Но мы в Дубае моле купили за по 18 латте и капучино, да? Возле динозаврики Дины. Так, подожди, мы просто купили, но там не было, скажем так, сервиса. Ну да. Мы просто сели на... Мы сели на лавочку возле динозавра, любовались динозавром, пили кофе, съели конфетки, которые купили в магазине суперконфетов. Ну, прикольно было. Здесь тебе налить в чаш, здесь тебе предложат здесь за столик. Ну, хорошо, согласна. Не, согласна. Просто странно, что в этом бутике дороже, чем в Дубае Моле. Все говорят, дороже Дубае Мол, только Дубае Мол. А нет. Смотрите наш канал, мы покажем вам еще более дорогие места. Не волнуйтесь, дешевые тоже покажем, чтобы вы могли спокойно рассчитать. Это в Дубае, это очень важно. Мужские вообще такие магазины, знаешь. Ага. Они
спектакль. Шикарная, шикарная, шикарная. Ну, я не знаю, сколько они шикарные, но какие цвета классные. Суть вообще просто это вот оформление, да? Ну, это какое-то заведение, не знаю, как будто бы ночной клуб какой-то, я не понимаю. Ну да, как бы дверь-то закрыта. А вон, вон открыта, под надпись. Данга. А, да, вчера она тоже была открыта. Данга в Байоле. То есть идешь себе, идешь, о, там да, наверное, там то еще танго, ладно, не будем заходить. Мы без костюма сегодня. Это, видимо, этот мужской клуб какой-то, не? Возможно, кстати. Энрике Макана. Я не знаю. Кто-то знает, что такое? Кто такой Энрике Макана? Для Каса де Тана. Вот вчера, кстати, эти часы рассматривали Ролексы. Есть здесь мега суммы, 55 тысяч, есть Rolex, да, есть 24,90, есть 19,90, ну идем тут старинный, 110. Вот 110, старинный, вот, не, сказала, не забрали, да, вот я хочу показать, нам понравились вчера часы, кстати, они, по-моему, самые доступные, вот, 4 950, 5000 дирхам почти. Сейчас я постараюсь увеличить. Ну, они какие-то простенькие. Ну, не знаю, вот мне как раз нравятся простенькие. Простенькие. Да. А мне вообще не нравятся, если честно. Никакие. Часы, ремешки, все есть. Очень красиво. Называется Momentum магазин. Ну вот, начинается уже, кстати, такой фудкорт, можно так сказать. Какие здесь интересные. А, Наташа, почем здесь цены? Ты видишь что-то? Вчера вроде как посмотрели. Ой. Буффало. Как я навела камеру, выключила. Салаты по 46. Буррито. Сигниче 39. Сигниче это такой роспись особенный. 44, 42, 43. Все, поняли тему, народ. Ну, так, 40. Можно, но, скажем так, за это буррито вы можете 10 шаурмы взять, и будет вкусно. А шаурма вкусная. Кстати, у меня, кстати, даже где-то видео есть такое старое, где я 3 минутки ем видео. Не, я не насмехаюсь над шаурмой, просто как бы уровень, знаешь, это тут то же самое. Одно буррито, 10 шаурмы, что выберешь? Ну да. И мы не поняли, что это за скульптура. Кажется, змея, да? Я думала, это легкие. Потом обходишь, вроде легкие. Обходишь, вроде цветочек. А оттуда вообще птица, кажется. Я не знаю, это вот специально уже второе такое. Ну, непонятное строение, точнее, понятное только архитектору. И задумка. Да, задумка такая, что никому не ясно, на самом деле, что это. Вот там уже идет череда фудкортов. Вот это покажем. Да, давай, Наташа вчера понравилась вообще прям. Мега. Визитные карточки, конверты. Смотрите, как красиво. Ежедневники, еженедельники, да. Конверты, приглашения на свадьбу. Вот. Велосипедик такой, знаете, сколько стоит наборчик? 175 дирхам. Ну, красиво. Это обычный 100 дирхам стоит. Качественная полиграфия, да. Я так думаю. А вот есть тоже 100. Ну, смотри, пакеты тебе сделают. Хочешь Шанель тебе? Наверное, нет. Шанель не сделает. Зачем мне Шанель? Мне пакет «Училка физкультуры» в Эмиратах. YouTube-канал, подписывайтесь. Кажется, зачем люди продают пакеты брендовые? Нет, даже не так. У людей есть запрос на брендовые пакеты. Окей. Кто продает там пакеты Hermes, кто Шанель, кто это. Боже, я не понимаю, что закрылся или нам никуда. Так, мы не поняли. Мы вроде как тут планировали покушать. Нет, это, наверное, кафешка Илай или Илли закрылась. А чего это? Ну, уже, наверное, просто подошло к концу. 7:10 вообще. 7:10 вечера, народ. Рано закрываться. Народ, пусти нас покушать. Мы не сюда, мы не сюда, да, мы дальше. Я хочу показать, допустим, еще здесь, помнишь, был магазинчик с более доступными ценами. Какой? Здесь? Да, по идее. А что мужчина? Почему-то мужчина закрывает. Мужчины смеются, чего ты даже закрываешь? Да. Мы хотим кофе взять. А работник закрывает. Вот так вот. Работник решил спать. Да, вот сейчас вам перевожу камеру снова. Вот снова какой-то неопознанный объект, смотрите, вот непонятный мне, да? А чем? Мне это нравится. Мне осьминожку напоминает, но просто не могу понять, что это. А мне осьминожка. Что хотел сказать, автор непонятно. И вот, смотрите, уже пошла такая череда именно бутиков с едой, можно так сказать. Это мексиканская кухня. Да. Мы дошли до мексиканской суши.
А мы там где-то при выходе смотрели, там бутерброды с такие стоили нормальные цены, да, по-моему, 18 дирхам был такой. Не, по 30, разве 18? 18 Дубай Моли, точно по 30. А, да, извините. Так. Вот, смотрите, кстати, а мы хотели зайти и покушать суши вот здесь, потому что суши мы не ели давно. Последний раз суши мы ели в Гонконге, да? Наверное, мы приехали в Эмираты. Наверное, да. И вот в Эмиратах, в Абу-Даби мы не ели, а в Украине что-то как-то не рискнули. Как раз там пошла тема, что не буду говорить из какого кафешки, но много людей траванулось в Харькове. Ну, в общем, попробуем здесь. Кстати, от силы эти, да, штучки. Покажи, Наташа. Так, может, сядем? Бери. Бери? Можно, да? Да, бери, спасибо, показывай. Что очень показывать? Ну, просто разверни, мы менюшку вам покажем, если сильно сядем и решим покушать. Просто очень красиво сделано. А, качественная, да, полиграфия, да? Да. Вот, просто здесь нам даже с собой дали, здесь такой мальчик вежливый стоял. Дали с собой эту вот менюшку, да, и сфотографировано, да? просто круто. Так, ну идем, чуть никого нету. И хорошо. Не закрыты ли девочки? Чего? Называется это все суши арт. Сейчас покажу вам. Вот так и называется. Ну, вперед. Ну еще возле кафе здесь журнальчики есть, причем классные какие-то, да? Esquire. Вообще-то он стоит денег таких, что. Он стоит много денег, да? Серьезно? Да. Ну, берем, конечно. Только нам придется его носить. Ну, давай сейчас быстро зайдем домой, положим и пойдем гулять. Обалдеть. Наташа просто очень хочет этот журнальчик. Ну, а чего бы нет? Ну, вот такие. Показываем вам пол и кафешки. Здесь, я надеюсь, мы покушаем и покажем вам, наверное, в следующем видео уже. А сейчас хочется выйти наверх, показать вам просто верх. Какой же он красивый. Чтобы подняться наверх, как раз на эскалаторе едем наверх. Куда там попадаем? А вон там выйти нельзя, что ли? Сейчас посмотрим, куда это мы выйдем. Повторюсь, все бутики работают до 8, уже сейчас 8:05. Этот проход работает до часу ночи. Ну, и чё? О, красота! Мы вчера вышли только из другого, прохода. Ох, народ, оцените, как вы просто зашли в бутик и просто вышли из другого входа, где выходят люди, которые здесь живут. Вот мой испанский небоскреб любим. Давай ближе покажем это всё. Шикарно, да? Ну, Дубай это просто сказка, сказка. Ой, это вода, это вообще круто. Это не другое место выходить. Смотри, там люк какой-то сверху даже этого. Прикольно смотрит. Такое окно в пол. Ну, давайте посмотрим, что еще у нас здесь есть. Красивые фонтанчики. Здесь можно погулять, видно, вечером. Класс. Зелень. Небоскребы. И никого нету. Все, наверное, или кушают, или все еще на работе. Мы вчера видели и в 8 вечера, и в 9 люди с работы уходили. Красиво. Слушай, корц. Это же суд? Корц, суд, да. Ну, это суд, да? Мы в суд зашли. А вот KFC, эти, да, Дубай, Панамсово, что-то, ну, короче. Центр, да, какой-то? Да. А, ну да, похож на суд. Ну, в общем, мы не знали, что это, просто вышли, взяли и вышли вчера. Классно. Да. Вообще класс. Так, а ну идем вот туда, вот там вчера где-то оттуда вышли. Вот такой ветер классный, да? Классный, но очень жаркий. Ну, что делать? Да, продолжаем прогулку. Классно и жарко. Ну, вон человек ходил, занимался спортом. Видно, живет здесь. Прикольно. О, как дует. Смотрите, какая у меня прическа. Угу. Класс. Ладно, масочку одену. Все-таки суд рядом. Да, сразу. Ой. Сразу вопросы решат, да? Сила. Да ты что, море-океан? Я не заметила сначала вообще. Да? Да, мы оттуда шли, я бы так бы и вошла бы. Да, ты что?
Ну, маленькая бы, конечно, глубина, но подскользнулась бы, еще бы камеру бы уронила. Очень красиво сделано. А вот наш отель Гевора светится. Красота какая. Самый высокий отель в мире. Ну, конечно же, про него мы сделали очень много видео. Класс. Смотри, луна красиво из-за дома. Да, реально, классно светит. Своих мухами, да? А не видно его портрет и луна. Плохо видно. И зелень очень красиво сделана. О, мы так вчера и не дошли сюда. Хорошо, что мы сегодня решили выйти погулять. Какие скамеечки, посмотри, классно. Угу. Удобно выйти посидеть. Главное, чтоб не между маем и октябрем. То вот в эти месяцы здесь точно пекло. Ну что, друзья мои, пишите комменты, как вам этот мол бутик, интересный? Вот. Мне очень понравилось. Да, мне он очень уютный, комфортный. Вообще и... никто тебе ни слова не говорит за то, что ты там снимаешь. Да. Мы, в отличие от Дубай Мола, два раза там останавливали меня. А вот этот вот в Абу-Даби тоже бежал. Ну, Абу-Даби, да, как бы он такой более строгий эмират, скажем, а Дубай вообще туристический. Но мы не будем о грустном, мы будем о классном, то, что мы вам показываем. То, что вы видите. Спасибо, то, что вы с нами. Надеюсь, прогулка вам понравилась. Пишите комменты, ставьте лайки. Я почтальон. Все, всем пока. Пока.